Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим маринованные помидоры на зиму. Что нам понадобится? Помидоры и специи. Все, что нам нужно. Мы не будем сюда добавлять ни зонтики укропа, ни петрушку, ничего более, кроме черного перца горошком, кориандра, гвоздики и перца душистого. И положим по кусочку лаврового листа. Этот рецепт очень вкусный. Я готовлю его в каждый год. Всем нравится. И не меняю его ни на что. Ни на какой другой рецепт. Ну что, поехали. Вот такие у нас помидорки. Круглые. Немножко сплюснутые, но с толстой кожицей. Банки мы уже простерилизовали. Крышки кипятятся. Вода кипит. Что мы делаем? На дно баночки мы насыпаем немножко душистого перчика. По 3-4 штучки. Черного перца горошком. Штучек 5-6. Гвоздики в каждую баночку по одной. Кориандра. Вот так в баночку. Кусочку лаврового листа. Небольшой кусочек в каждую баночку. Вкладываем наши помидорки. Естественно, я протыкаю. Делаю где-то 4 дырочки. Чтобы они не лопались. И закладываю в баночки. Все, положили наши помидорки в баночки. Кое-какие я разрезала. Мне не хватало. Пришлось большие резать. И заливаем кипятком. И закручиваем крышками. Не сильно. И дадим нашим помидорам постоять минут 15. Так, помидоры настоялись 15 минут. Будем сливать этот рассол в миску. Миска у меня мерник. Вот. Литр, два, три. И будем выливать рассол и смотреть, сколько здесь будет воды. Итак, у нас получилось 2,5 литра. У нас на литр рассола 5 чайных ложек без верха соли и 5 столовых ложек с горкой сахара. То есть на расчет 2,5 литра мы ложим 12,5 ложек сахара с горкой. Раз, два, три. 12,5 чайной ложки соли без верха. Размешаем. Перелью это все в кастрюлю и буду кипятить. По рецепту у нас уксуса 3 столовые ложки на литр. Значит, у нас получается 7,5 столовых ложек уксуса 9%. Наливаем наш рассол кипящий. Ну что, рассол у нас закипел. Наливаем наши баночки. И закручиваем. Так закручиваем все баночки. Перевернем, накроем пледом. Вот такие у нас маринованные помидоры получились.
Легко и просто, без всякой зелени и чеснока. Попробуйте приготовить по этому рецепту хотя бы на пробу и посмотрите, как это вкусно. И будете готовить всегда по этому рецепту. Всем, ребята, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем друзьям буду рада. Всем удачи, всем пока-пока.